А я говорю триколор. Да триколор — это тарелка такая. Нас в ней показывают. У нас передача про флаг. А флаг называется триколор, я сама слышала. Да он не может так называться, это слово не русское. Зубок, а? Квеснушка, вы в эфире. Да-да-да. Доброе утро, девочки и мальчики. Вы смотрите познавательно-развлекательную программу «Праздник каждый день». И с вами в студии все утро будут Веснушка и Зубок. Сегодня мы празднуем День флага России. И у нас тут спор вышел. Да вы, наверное, уже это увидели. Вот правильно ли, что наш флаг называется триколор? Я вообще не понимаю, что это за слово такое. По-моему, оно совсем не наше, ну, не российское. Да при чем тут слово? Так все его называют. Так, нам нужно к профессору Пифагору обратиться за разъяснениями. У нас же по плану сейчас корреспондент Шуня с рубрикой «Что-то интересное». А мы это интересное потом узнаем. А мне не терпится про этот триколор спросить. Ой, ну хорошо, хорошо. Нетерпеливый ты наш, Зубок. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемый профессор, очень прошу вас, объясните мне, при чем тут триколор? Ну что ж, давайте начнем с самого начала. С начала передачи? Да нет, с начала нашей истории. То есть истории нашей России. Итак, много лет назад, а точнее почти 350, шло строительство нашего первого русского военного корабля. Назывался он «Орел». И должен этот корабль был плыть в заморские страны. Ну, стали изучать международные правила, обычаи, которые были приняты тогда уже в судоходных странах. И вот по этим правилам на корабле должен был быть флаг, который представлял страну, из которой прибыл корабль. Есть версии, по которым этот флаг был сначала из четырех частей. Синий крест делил полотнище по вертикали и горизонтали, а белый и красный цвета располагались в шахматном порядке. По краям полотнища шла красная кайба. Но это всего лишь одна из множества версий. Вот ведь история! Значит, есть еще и другие версии? Прямо как расследование. Интересно? Веснушка, история иногда действительно похожа на расследование запутанного дела. Ведь тех людей, которые знали, как это было на самом деле, их давно уже нет. А что было дальше? А дальше страной начал править царь Петр I. Вот при нем как раз и был поднят на 12-пушечной яхте святой Петр, так называемый флаг царя московского, состоящий из трех горизонтальных полос белого, синего и красного цветов с золотым двуглавым орлом посередине. Этот старейший из российских флагов, сохранившихся до наших дней, находится в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге. Ну а почему же он такое название-то получил, а? Ну, друг мой, наберись терпения. Мы уже подошли к ответу на твой вопрос. Петр издал указ, где говорилось: торговый флаг из трех колоров вышеописанных составлен, то есть белый, синий, красный. В те петровские времена очень много иностранных слов, особенно французских, пришло в наш русский язык. Слово «триколор» в переводе с французского означает «трехцветный». Ну, а что же это только наш флаг так называется? Ну, конечно, не, друзья мои. Триколоров в мире множество. Вот, есть вертикальные триколоры, а есть, как наш флаг, горизонтальные. А что означают эти цвета?
Мне вот, например, флаг Эфиопии понравился. Он такой нарядный, яркий. А мне флаг Венесуэлы. Друзья мои, все цвета, которые есть на флаге России, они не случайны. Их не подбирали по степени яркости или нарядности. В те времена цвета означали: белый цвет – благородство, синий цвет – это цвет верности, а красный – цвет любви, мужества и смелости. Ты знаешь, Веснушка, у нас самый лучший флаг. Он самый серьезный. И самый красивый. Ага. Это абсолютно верно, дорогие мои друзья. Разве сейчас эти цвета означают что-то другое? О, ты знаешь, Зубок, давай остановимся на этом. Ведь, как ты понимаешь... Есть много всяких версий. Да, а давайте остановимся, а то мы все это не запомним. Да. Спасибо вам, дорогой профессор, за такой подробный исторический рассказ. Всегда к вашим услугам, мои маленькие любознательные друзья. Фу, Веснушка, давай быстрее песенку послушаем, а то у меня в голове от всех этих версий какая-то каша. Да, история. Эх, казаченьки, эх, ребятушки, разве нам горевать да тужить? Люба дорога, злого ворога острый сабелькой покрошить. Сабли острые, кони быстрые, одолеем лихих врагов. Мы в любом бою с вами выстоим, лишь бы был атаман таков. Дорогие телезрители, сегодня все жители нашей страны отмечают День российского флага. Для тех, кто только что присоединился к нашей программе, сегодня мы уже узнали, что наш флаг называется триколор.
Это его еще в стародавние времена так назвали. При царе Петре Первом. Это означает трехцветный. И сначала он был совсем не таким, как сейчас. А еще мы узнали, что у истории есть много всяких версий. Угу. И в истории нашего российского флага этих версий тоже много. Но это так ученые говорят. Ну, Веснушка, а есть ли у нас подходящее стихотворение на такую патриотическую тему? А? Обязательно есть! Флаг России триколор, три полоски ловит взор. И у каждой новый цвет, а у цвета свой секрет. Снизу красный, самый яркий, цвет побед в сражениях жарких, русской кровью, что добыто и народом не забыто. В середине флага синий, словно Волга по равнине. Синеву родимых рек любит русский человек. Сверху, словно облака, цвет снегов и молока. Чисто белый мир цвет, говорит он воинам нет. Зубок, а ты не забыл, что наш корреспондент Шуня ждет, когда же ей наконец-то дадут рассказать что-то интересное? Ой, честно говоря, забыл. Столько всего рассказали. Так, обязательно даем слово нашей Шуне. Шуня! Слышно тебя прекрасно, Зубок. Шуня, а какой вообще самый старый флаг в мире, а? И вообще, кто это придумал, эти флаги, и зачем? Да, вопросов много, но ответ один. Флаг придумали очень много лет назад, в 13 веке. Этот флаг был с треугольными краями, и называется он Даниброк. Это флаг Дании. Этот флаг и сейчас является государственным флагом. Ну да, старичок какой. А где еще можно использовать флаги? Ну, во-первых, это государственный символ страны. Об этом вам рассказывал профессор Пифагор. А еще есть, например, флаги-семафоры. Как это семафоры? А они что, цвет меняют или переключаются, как на железной дороге? Да нет, конечно. Это такое название. Флаги-семафоры – это целая система для того, чтобы передавать информацию на расстоянии. Есть целая азбука таких знаков. Ее можно передавать с помощью ручных флагов или просто голыми руками или руками в перчатках. А по телефону не быстрее? Ну да. А вдруг, например, туман или дождь идет? Так ведь ничего вообще не увидишь. В те времена, про которые я рассказываю, еще не было телефонов. Флаги служили как сигналы с очень давних времен. И, кстати, использовались они и во время битв. Ну, как хорошо, что сейчас в век прогресса уже есть и телефоны, и телеграфы, и компьютеры, и флаги, и семафоры. Ты, наверное, шутишь. Сейчас-то они зачем? Эта система применяет и сегодня для экстренной передачи информации. А ночью используют светящиеся палочки. Скажи, Шуня, а есть, например, какой-нибудь один флаг для всех стран? Ну, конечно, есть. Например, белый флаг. Это международный знак перемирия или прекращения огня и просьба о проведении переговоров. Белый флаг говорит о том, что приближающийся переговорщик безоружен. В его намерениях либо сдаться, либо желание начать диалог. Лица, которые держат в руках белый флаг, не могут открывать огонь, и по ним нельзя стрелять. Да, это здорово, что придумали такой флаг. А еще есть флаг с изображением Красного Креста и Красного Полумесяца. А это какой страны? И этот флаг принадлежит Международной организации Красного Креста. Под этим флагом находятся раненые, пленные, военные больницы. На объекты, где находится такой флаг, нельзя нападать противнику. Слово «противник», наверное, от слова «противный» произошло. Чего им все нападать-то нужно? Сидели бы себе в мире и согласии. Увы, Зубок, к сожалению, на нашей планете еще продолжаются военные конфликты. А есть веселый флаг? Ну, про веселый не знаю. Но есть один очень необычный флаг. Это флаг города Челябинска.
На нем изображен верблюд. В этой местности верблюды никогда не водились. Это объясняется тем, что в 19 веке основным источником доходов города была торговля, благодаря которой здесь проходило множество верблюдов в составе караванов. Да, интересные истории. Спасибо тебе, Шуня. До скорых встреч. Вот всегда после такой информации хочется послушать песню, а? А тебе? И я с удовольствием. Заплела косы русые, и земля, Беларусь моя, у берез станы тонкие, у цимбал струны звонкие. Прямо в душу мне просятся перелески да просеки. Постройки и тут, и там, от цветов хорошо дворам. Я пущу солнышко в мой дом, пусть живет долго-долго в нем. Только ты есть в моей судьбе, я проснусь и скажу тебе. Смотрите познавательно-развлекательную программу «Праздник каждый день». И сегодня мы поздравляем всех наших зрителей с Днем Российского Флага. Ты знаешь, Веснушка, я однажды слышал историю, как одного гражданина судили за то, что он порвал флаг своей страны. Ты, наверное, что-то путаешь. Судят за преступление, за воровство или хулиганство. А флаг, ну это же просто тряпочка, он же и сам порваться может. Что здесь такого? Я вот точно не знаю. Но мне кажется, что флаг рвать нельзя. Ну, может быть, тетушка Матильда нам подскажет? Доброе утро, мои дорогие друзья! Я очень рада, что сегодня моя рубрика выходит именно в праздник российского флага. Многие ребята думают так же, как Веснушка, что флаг – это просто цветная ткань. Я приведу вам исторические факты. Расскажу, как во время парада Победы на Красной площади в 1945 году наши солдаты несли вражеские флаги, чтобы сбросить их у стен Кремля как знак поражения фашизма. И несли они эти флаги в перчатках. У них замерзли руки? Или они боялись получить занозу? Наши солдаты ничего не боялись, а уж тем более морозов или занос. Они шли в перчатках, ну, как бы в знак презрения к врагу своей родины. Они, ну, как бы боялись испачкать руки. Это, конечно, символически. Флаг государства – это его национальный символ. Во время войны солдаты шли в бой, подняв высоко над собой флаг нашей Родины. То есть они шли биться с врагом за свободу своей страны.
Так как вы думаете, флаг – это просто ткань? Да, тетушка Матильда. Ткань-то она ткань, да особенная. Ребята, я думаю, поняли, как важно бережно относиться к флагу своей страны, да? И никому не давайте флаг в обиду. Если оскверняют флаг страны, значит, обижают всю страну. Спасибо вам, тетушка Матильда, за ваши мудрые советы. Да, до скорой встречи в эфире. В студии телеканала «Радость моя» Веснушка и Зубок. И сегодня мы рассказываем вам о российском флаге. Веснушка, а ты знаешь, что у нашего телеканала тоже есть флаг? Конечно, знаю. В эфире телеканала даже проходил конкурс, где ребята фотографировались с нашим флагом на фоне достопримечательностей своих городов. А давай покажем фотографии с этого конкурса. Мне они очень понравились. Это Даша Козлова. Ей 9 лет, и она живет в городе Дно. Город находится в Псковской области. А это Милана и ее папа. Из города Сарань. Мороз 42 градуса. Замечательные братья Владимир и Петр Владимировы из Нижнего Новгорода. Очень любят истории и передачи про бывалого солдата на нашем телеканале. Поэтому они прислали сразу две фотографии. А на этой фотографии Вова Перминов. Он не написал, в каком городе живет, но очень любит нашу программу «Азбука цирка». А эти трое неразлучных друзей из клуба «Шишкин лес». Спасибо вам, ребята, за то, что вы так любите наш телеканал. А этот флажок от девочки с очень красивым именем Злата. Она живет в Томской области. А этот флажок прислал нам первоклассник Евгений. Он живет в очень красивом городе Трехгорный. А на этой фотографии дружный коллектив ансамбля «Жар-птица». Они учатся сразу в двух школах. И в городе Саратове тоже смотрят и любят наш телеканал. Диме Васильеву всего 3 года. А эту фотографию прислала воспитательница детского сада Светлана Барабаш. Это наши зрители. Свой флажок прислала нам Ксюша Юдина. А эту фотографию прислал Егор Андреашин из города Долгопрудный. А этот флажок прислал нам Артем Шмидт из Казахстана. Этот флажок от Богдана Герасимова. Он написал, что учится в школе, которая открылась в 41-м году. Свой флажок прислала Полина. Ей 9 лет и живет она в Бурятии. А этот флажок Полины Аникиевой. Она из Иркутской области. Эти неразлучные подружки Катя и Лена учатся в художественной школе. Наша программа подходит к концу. Сегодня мы говорили о флаге России, о его истории, о том, как надо к нему относиться. Я уверен, что если ребята любят свою родину, то и к флагу они будут относиться очень уважительно. Тем более, что у нас в России такая богатая история. Мы желаем всем мира! До скорой встречи!